Кайт наконец перехватил сигнал бедствия, посланный заточенными стражами галактики. Мы прибыли в замок, наполненный сокровищами и ловушками, и столкнулись с опасным капитаном Монки Моном. Но как только на ринг вернулись Баскинг и Сэндкроллер, они быстро поставили похитителя бананов на место. Тобот. Детективы галактики. Тобот. Заморозивший время. И, короче говоря, мне кажется, вы новое поколение Стражей Галактики. А эти ребята были еще до вас. Фантастика. Если мы объединим усилия, то быстро спасем наших друзей. Вот это я понимаю настрой. Из нас выйдет отличная команда. Си? А как иначе? У тебя есть команда. И ты уже забыл в прошлый раз? Ржавые ведра проиграли мартышки. Без них нам лучше. И у настоящих Стражей Галактики есть лидер, капитан. Так, пора научить его манерам. Так-так, полегче. Ну вы что? Мы ничего не добьемся, если будем ссориться. Давайте сразимся с Истоком. Он сейчас вытягивает энергию из других. Конечно, но подумайте. Может, вас отпустили, а их оставили в заточении не просто так? Он прав. Похоже на ловушку. В стиле Истока. Может, вы должны привести остальных? Тогда они много о себе думают. Нас никто не мог остановить. Даже космические налетчики. Да, космические налетчики. Я их одолею и во сне. Если это причина твоей гордости, тогда у тебя проблемы. О, вот это замечание. И что ты предлагаешь? Нам лучше сдаться и спрятаться? Ведь именно так ты, ржавчик, в свое время и поступил. Бум! С меня хватит! Стойте! Мы так ничего не придумаем! Матео прав! Может, сбросим напряжение в легком движении? Вперед! Включаю музыку! Потанцуем! Ведь все согласны, что тоботы не портят вечеринки! Тряхните карбюраторами, парни! Как-то нелепо! И это не музыка. Вот как звучит музыка. Фу! Издеваешься, друг? Это музыка для лифтов. Не говори так. Это вы издеваетесь? Да что с вами не так? Что-то витает в воздухе. Запах лучших бургеров в городе. Ты смотри, ну разве мне не повезло? Красавчик еще и умеет продвигать бизнес. Может быть, вызовем няню и сходим погулять? О, а ты романтик. Я такое придумал, что нас не остановит даже целая армия надоедливых тоботов. Вот наберется достаточно темной энергии, и нас уже никто не победит. Луч ненависти, огонь! И тогда я сказал, не перебивай меня. Матео, твои родители часто так ругаются? Ты точно хочешь выяснять это на улице? Ты боишься, что нас увидят, да? Вообще никогда. Еще, еще! Мам, пап, в порядке! Ты жадина! Делись ты иногда хлебом, то не жаловалась бы на вздутие. Ой, кто бы говорил, из-за тебя однажды завело растение. Да ты сам не лучше, вот сейчас получишь! И вы тоже! Что сегодня со всеми творится? Сэндвичи, как дома совсем не обзорят. Я знаю, это ты забрала мою блузку тоже. Я стала постоянно выслушивать об этой блузке. Монки Мон придумал что-то новое! Что ж, игры закончились. Старая команда справится. Активируй трансформацию. У нас нет времени исправлять ваши древние неполадки. Положись на нас с Баскингом. Сейчас я тебе устрою неполадки. Прекратите! Мы справимся с ним вместе! Тоботы, вперед! Явились, и на этот раз их четверо, капитан. О, чем больше, тем лучше. Как я уже говорил, у них нет шансов. Получайте, пустоголовые! Еще один, как нет!
это не смешно! Отпусти меня! Я ничего не делаю! Сам отпусти! Ребята, что с вами? Хватит! У тебя невыносимый музыкальный вкус! Если не отпустишь, я превращу твою голову в бога! Сработало! Смотрите, как ругаются! Все идет по плану! И второй этап! Посылка враждебности! Огонь! Что-то летит! Сам напросился! Я выпускаю зверя! Погоди! Красота! Теперь добавим чар! Пора повертеться, Томаты! Вы будете вертеться, сколько я захочу! Так нельзя! Это ужасно! Как ты смел! Прекрати! Что такое? Мотел? Мотел? Пилот остался беззащитен! Отлично! Воздадим ему по заслугам! Нет! Укройся! Уходи отсюда! Мотел! Берегись! Ты в порядке? Что случилось? Что ты делал? Здесь же опасно! О, просто решил прогуляться. Кроме того, вы были слишком заняты вашей ссорой. Для тебя мы свободны. Да, мы иногда ссоримся, но для нас нет никого важнее тебя. Прости, что напугали. И нас прости. Нам всем нужно обняться. Даже под заклятием они объединились, чтобы спасти Матео. Да, а мы никак не поладим, хотя на нас нет никаких чар. Чувствую себя ужасно. Мы заложили плохой фундамент для этой миссии. Как говорится, замечая лишь отличия, друзей никогда не обретешь. Неважно, кто был раньше и кто сильнее. Мы одна команда. Мы все стражи галактики. Пределов времени и пространства. Я обитатель всех измерений и хранитель космоса. Кинг Кватран! Отлично! Вот это командная работа! Я знал, вы поладите! Рад знакомству, Кинг Кватран! И я рад знакомству. С этого дня клянусь быть твоим верным копьем и щитом. Что прикажешь делать? Для начала победим обезьяну! Размечтался! Ты просто стал целью покрупнее! Мне не померещилось! Я попробую еще раз! Вот что значит вне времени и пространства! Как он это делает? Ну, погоди! Полный заряд! Не выношу! Не выношу! Не выношу! Не выношу! Не выношу! Не выношу! Кинг Кватран, не заблокируешь его атаки?
Незачем. Ни в одном измерении нет того, кто сможет пробить мою броню. У меня навести проблемы. Почему закапотный бот такой сильный? Сэр, возможно, нам стоит отступить. Время пришло, Матео. Наш противник сбит с толку. Пора поднять его в небо и покончить с ним. И почему здесь снова нет сиденья для меня? Будет неприятно. Астероидный удар! Что ж, зато мы собрали достаточно темной энергии. Разберись, злобный бот! Самоуничтожься сейчас же! Не выношу! Не выношу! Активирую заморозку времени! Не может быть! Ты заморозил время! Только чтобы успеть завершить прием. Такого они точно не ожидали. Как круто! Пространственный топор! Квантовый дробитель! Что произошло? Где злобный бот? Вы герои! Понятия не имею, что произошло, но было потрясающе! Да! Спасибо, Тоботы! Я сейчас покажу вам потрясающее! А? Это портал в другое измерение? С этим сундуком я могу делать, что захочу. И я превращу эту планету в скопление астероидов. Похоже, это сокровище из замка. И не просто серебро и золото, а вещи, дающие капитану Калавера его силу. И ключ ко всем изменениям. Что еще в сундуке? Если я расскажу, то испорчу сюрприз. Скоро сами узнаете. Тобот. Детективы галактики. У капитана Калавера есть сокровище, дающее ему силу, и темная энергия, отчего он становится нашим самым опасным противником. Раз он решил уничтожить Землю, остановить его должны мы. Но из-за разных устройств он едва ли не сильнее, чем мы. Однако все рассчитывают на нас, а значит, отступать нельзя. Стражи Галактики обязаны всех спасти. Не пропустите следующую серию «Тобот. Детективы Галактики». Озвучено компанией DMS по заказу компании Young Toys.